Ну что ж, друзья, всем привет, с вами, как всегда, я, Фуллер. Ребят, сегодня вышло обновление, ну, короче, не сегодня, а позавчера, но сделаю видосик сейчас, так что давайте сделаем обзор. Так, ну тут видно, что добавили вот этот вот задний фон, да, черепашек-ниндзя, это очень и очень круто. Дальше добавили вот такой вот пропуск, ребят. Конечно же, в этом выпуске мы его купим, сделаем полный обзор предметов и, конечно, сыграем в катку. Поехали! Давайте, поехали. Нажимаем вот включить вот эту вот экипировку Шреддера. Давайте, улучшаем. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вы поставили лайк, подпишитесь на канал, подписались. И поставьте, напишите в комментарии, чтобы я снимал дальше Fortnite, ребята. Так что поехали покупать. Ну что, ребят, зажимаем вот таким вот образом. Зажимаем, и у нас вот такая вот экипировка Шреддера, ребят. Поставьте лайк за это, и у нас уже есть вот этот пропуск, который мы будем получать награды. А в заданиях добавили вот такие задания черепашек-ниндзя, которые надо обязательно выполнять. Ну что ж, ребят, давайте отправимся в катку в новом скине Шреддера. Поехали! Let's go, пацаны, поехали. Вот такой вот гигантский скин Шреддера. Я думаю, что второй стиль будет вообще огромным. А на данный момент я лечу на какое-то задание черепашек-ниндзя. Давайте посмотрим, что за задание вообще такое. А, ну нам надо было просто вот эту штучку купить и стать невидимым. Но, да, задание такое. Мы получили 300 единиц ядовитой слизи. Кайф. Опа, это кто еще такой? Ну, да. Чё это такое? Я такое не видел. А, ребята, это что такое? А ну, это какая-то вещь. А, это турель. Ну, ладно, окей. Турель так турель. Блин, пацаны, где вообще все челики? Они что, потерялись где-то? Провалились сквозь землю, нахрен. Что такое? Так, ребят, я вообще не понимаю, где все челики, но давайте пойдем на какие-то жесткие файты. И вот там я вижу, как бы файт идет. Давайте пойдем туда, а потом у меня челиков ноль, киллов ноль. Что делать, ребят? Помогите, пожалуйста. Опа, опа, по мне стреляют, пацаны, Опа, хорошо. Выдал. Пацаненок, а ну успокоился. Маменькин сынок, 2004. Так, ну этого челика я сейчас не догоню, конечно, но... Попробую сейчас убить челика с медальоном, конечно, да, со своим скиллом. Как бы не играл почти 2 недели в Fortnite, сейчас, конечно же, размотаю его. Так, ну я тут, но этого челика с медальоном я не увидел, а вот он. Я дебил. Так, ребят. О! Разматываем, пацаненка. Так, ребят, помогите, пожалуйста. Так, помогите, пожалуйста, ребят. Взорви тачку, пожалуйста, взорвись, тачку тупая. Так, пацаны, это очень жесткий файт, я сейчас попробую его выиграть, конечно. В хорошем случае мы его выиграем, а в плохом меня убьют. Ладно, давайте еще одну тапку посмотрим. Если получится выиграть, то это будет лайк с вас. Так, давайте приземляемся, быстро берем какую-то оружку. Быстро вот так вот берем. Ты челики, быстрее. Надо быстрее кого-то убить. Так, а ну, сейчас попадет ко мне. А ну, давай. Я получил. Так, ребята, продолжаем убивать пацанов. Смотрим, что вообще тут есть. Кого можно еще найти. Кого не нашел. И попробовать убить. Потому что сейчас, на данный момент, очень плохо оружие. Так, давайте быстренько лутаемся. И, наверное, уйдем отсюда. Или не надо уходить. Я думаю, что не надо уходить. Надо до конца бороться в этой локации, чтобы забрать топ-1. Поехали. Just Silas Хэск еще, да. Вообще кайф, локация. Все, ребята, просто по попе дал. Челику просто по попе дал.
Забираем полностью его лут, быстренько забираем и идем смотреть, кто тут есть еще. Звуки выстрелов, ребят, поехали быстро, чтобы убить еще парочку людей. И чтобы было вообще кайф. Побежали, пацаны, побежали. Так, вижу челика, давай, а мы так и ночью кого-то кинуть. Так, 24, окей, залил, хорошо. Без внимания не оставите, пацаны. Давай, где ты, пацан? Хорошо. А, что такое? Блин, ну ладно, поехали отсюда. Ладно, уехали отсюда по-быстрому, потому что он захотел тим. На мной. Я с ним драться не буду, потому что он меня не убил, да? Он не стрелял в меня, так что это просто прикол. Так, ребята, вот чел, который хочет меня убить. Я думал, то, что курочка меня не убьет. А вот этот чел, который сейчас в боксе сидит, меня сейчас убьет по-любому меня. Ну, мне кажется, вот так. Хорошо, хорошо, но не залил. Но не залил, да? Я не залил, пацаны. Блин, пацаны, помогите! Господи, помоги, Господи, помоги! Ладно, ребят, это, конечно, жесть. Ну и, ребятки, на этом все. Ролик подходит к концу, так что поставьте лайк, подпишитесь на канал Фоллер. Сделали краткий обзор на обновление. Всем хорошего дня, хорошего всего. Всем пока-пока.